Бегать я не тренирую. Да, бегать я не тренирую, как страдает, я согласна. Я ругаюсь с кем-то в чате и попадаю в бан. Господи. Ну, ты оспарь это решение, что у тебя с этот... Господи, ты моя женушка родная, что я пропустила? Сай, подстанет меня, а? Бульдозер, спасибо. Я не могу просто, он меня задолбал уже. Привет, что у вас тут? Ничего, мне снайп советует вытаскивать розетки из этих... Из... Не розетки, а вилки. У меня, короче, вилки от моей зарядки отвалились. И остались в розетке. И он мне советует ничего не отключать и на рожон просто их вытаскивать. Уже, наверное, полчаса. Он говорит, да с тобой ничего не будет, с тобой ничего не будет. Да я не орала, господи. Я промолчу, и да я тоже уже, знаешь. Ну, это молчание. Спасибо, бульдозер. Я на самом деле вот... О, спасибо, он дол. Спасибо. Ну вы меня знаете. Вы знаете, что я люблю цветы. Я люблю букеты. Понимаете? Ну, вы же знаете, что вы мне вот... Сала, как дела? Ай, сорян. Ладно, ладно. Сорян, так сорян, прощен, прощен. Но без букета не приходи сюда больше. Блин, я не знаю, хочется чего-нибудь сладкого, что ли. Я сладкое вообще не люблю и не ем. Вот. Ну и тянет меня. Вот. Не люблю я сладкое, в принципе. Не то, что там фигуры, не фигуры, я, в принципе, не ем сладкое. Не знаю, почему. Киндер-пингви. Нет, не Киндер Пингви. Я вот, знаете чего, я бы съела кислых мармеладных червячков бы, наверное. Как так? Ой, спасибо за букет. Но я про другое имела в виду, ну ладно. Посылаю тебе воздушные поцелуи. Не знаю, вот так вот. Ну, то есть, знаете, вот для кого-то вкусняшка Киндер Пингви в натуре. Для меня вкусняшка это шашлык. Такой, знаете, сладенький в кислой посыпке. Я готова сейчас, вот на данный момент готова сейчас вот просто разорвать за них. О, спасибочки. Спасибочки, бульдозер. О чем речь? О кислых червячках уже. Уже о кислых червячках. Доброе утро. В самокате можно заказать. Кстати, что такое, Рэй? У вас осень красивая.
Да, у нас очень красивая осень, потому что у нас тут заповедник же есть. Вот, он очень большой, он красивый, там лисы у нас. Ну, волчата, по-моему, не знаю. Спасибо, спасибо, Антошка. Вот, и я вот когда по грибы ходила, туда собирала, вот честно, ну прям это вот неописуемо. Не смейся зародительно. Хорошего тебе и легкого рабочего дня, Антошка. Вот. У нас, знаете, такие там клены желтые, там так. Ну блин, ну красиво. Красиво. Вот зимой я не была у нас в заповеднике. Зимой не была. Спасибо, бонус. Да. Семь гномов. Это я про вас, про всех. Привет, привет, Даллас. Почему ты такая? Я не знаю. Какая ужасная. Гнома эльфийка. Звучит как название. Ой, спасибо, бульдозер. Приезжайте в горы на Кавказ. Да хотелось бы на самом деле поехать. Я люблю природу. Название. Точно про триллер? Мы бы хотели видеть вас в полном составе. Ну, типа, наверное, про полный рост имеете в виду, да? Полный состав. Я и все 10 моих личностей. Полный рост, да. И семь гномов. Ну да, что-то типа. Где-то ко мне еще никто не заходил. Покажи. Да как же я покажу, блин? Не знаю, как. Как? Не знаю, вот так вот в полный рост. Я сегодня в штанах, кюлотах. Спасибо, бульдозер. Я сегодня в кюлотах. В широких таких штанах. Обожаю широкие штаны.